Привет, вы на канале Майхами. Надеюсь, вы посмотрели предыдущий выпуск, где за сокровища форта Бояр сражалась хомячок Топа. Теперь пришла очередь побороться за золото хомячку Кнопе. Форт Бояр приветствует следующего игрока. А вот и Кнопа выходит на тропу препятствий, и она будет соревноваться за сокровища форта Бояр. Паутину и жуков даже не заметила, стена с пауками тоже пройдена. Кнопа, ты претендуешь на победу. Правильно, Кнопа, паутину с мордочки надо убирать, она щекочет нежный носик. Кнопа, как ловко ты пробираешься по канатному мостику. Да, впереди тебя поджидают жуки, но ты преодолеешь свой страх и справишься с ними. Мы с ребятами уверены в этом. Что случилось, Кнопа? Тебе страшно? Вот, не бойся, эти жуки не сделают тебе ничего плохого. Ты так застыла, будто увидела привидение. Кнопа, ты что, действительно что-то увидела? Или я слишком громко о тебе говорю? Давай же, впереди еще много нового. А ты решила познакомиться с пауком. Пс, Кнопа, скажи ему, что тебя зовут миссис Зефирка. Смешно будет. Давай, давай, Кнопа, уже первый уровень пройден. Спускайся вниз. Какая ты предусмотрительная. Тебе интересно, что будет на втором этаже? А мы уже знаем, но тебе не скажем, потому что это соревнование, и так будет нечестно по отношению к Топе. Идем, Кнопа, вместе нам не страшно, вот и хорошо. А это и есть второй этаж форта. Мухи, пауки и сороконожки. Абсолютно безразличны Кнопе, потому что она большой-большой хомяк и всеми своими пушиночками дает понять насекомым, что может иметь даже острые зубы. Правда, Кнопа? Для такого смелого хомяка ни бочки, ни жуки не помеха. Миссис Зефирка, не отвлекайся, можешь не успеть забрать все сокровища форта Бояр. Ты решила пошушукаться с жучками? Или ты своими лапками что-то пытаешься отрыть? В бочке с мукой, кроме муки, ничего нету. Так быстро второй этаж закончился, остался загадочный третий этаж. Ребята уже знают, что там. Кнопа, увереннее прыгай на последний этаж. Что тебя испугало? Не бойся, мы сами боимся. Хи-хи. Мы с тобой вместе пройдем этот этаж. Через лестницу ты должна сверху перелезть. Не жульничай. А ты что это делаешь? Ты об нее будешь точить свои зубы? И ее ломать? О, вот же, ты почти поднялась на лестницу. Осталось немного. О чем думаешь, хомячок? Наверное, орехов хочешь? Я тоже хочу. Люблю орехи. Хрум-хрум. Ну, наконец-то. Горка пройдена. Поддержите нашего хомячка Кнопу, поставив палец вверх этому видео. И обязательно подписывайтесь на канал Майхами. Не забывайте про колокольчик. Большое вам спасибо. Хрум-хрум-хрум-хрум. О, говорили об орехах, но щеки ты заполняешь жуткими зубами. Кнопа, тебе обязательно грызть все, как и Топе. Ребята, а вы помните, что именно и на каком этаже Топа начала грызть то, что живет в крепости уже много-много лет? Посмотрите обязательно выпуск с Топой. И куда это все помещается? И зачем они тебе? У тебя своих достаточно. Или ты хочешь себе запасные? Ха-ха. Все, ты все зубы запихнула себе в бардачок. Кнопа, я думаю, тебе надо бежать дальше. Нет, нет. Червяки тебе зачем? Не трогай мирных жителей. Они очень полезны этому миру. Мне страшно за червей. Кнопа, бросай и беги скорее. Мы не успеем, и ворота закроются перед твоим носиком. Ну за что ты червя-то съела, Кнопа? Он просто лежал в ячейке. Зефирка, с тобой страшно иметь дело. Пора заканчивать наше увлекательное путешествие. Эту лестницу тоже надо перелезать. Не хочешь выгрузить то, что у тебя в твоих щеках? У тебя столько лишнего груза. Тебе, наверное, тяжело сейчас бежать. Ты очень отстаешь. Нужно хотя бы несколько монет с собой взять, пока не закрылась сокровищница. Ура! Долгожданный финиш! И Кнопа забирает все сокровища форта Бояр. Только у тебя уже некуда его пихать. Ты же лишнее с собой берешь. Ох, это так смешно? Ха-ха. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал Майхами. До скорых встреч в следующих выпусках. Ваши хомячки Топа и Кнопа.